субботу поздно вечером водитель отечественного легкового автомобиля превысил скорость. 21-летний мужчина не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередач. От удара столб упал на газопровод низкого давления. Экстренные службы отреагировали оперативно и приступили к восстановлению коммуникаций. Из-за аварии была приостановлена подача газа в 180 домов на улице Джеметинская. Уже к 12 часам следующего дня практически все подготовительные работы были завершены. Мы с вечера собрали бригады аварийные. Сейчас приступили к восстановлению газопровода. Работы проводятся. Думаем, что к часам 12 дня мы закончим сварочные работы и приступим к пуску газа на поселок. Люди у нас для этого есть, собраны все наши мастера, слесаря. Люди оповещены, глава местной администрации подключен по линии оповещения жителей о том, что необходимо произвести необходимые работы. В настоящее время повреждение полностью устранено. Подача газа возобновлена в полном объеме.